Добрый день, это персидская кухня. Сегодня мы будем готовить брускетти с креветками. Ребята, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы узнавать о новых рецептах. Для этого нам понадобится креветки, паста, карри, паприка, лимонный сок, лук, чеснок, батон, масло, петрушка, укроп. Для начала почистим креветки. Так легко. Посмотрите. Дальше достанем кишки. Посмотрите. Легко. Кишки портят вкус креветок, поэтому обязательно их уберите. И слегка помоем креветки. Креветки очень нежные, поэтому надо аккуратно теплой водой помыть. Или холодной даже лучше. Сейчас маринуем креветки. Добавим немножко соли. Паприка. Если паприка с дымком, будет лучше. И карри. Если у вас есть перец, можно добавить. Обычно любят кушать это блюдо острым. И лимонный сок. И мешаем аккуратно. Как я сказал, креветки очень нежные, поэтому не надо много времени, чтобы они замариновались. Достаточно это время, когда жарим лук, креветки успеют промариноваться. Готовим ароматное масло для брускетти. Сначала режем цевичи зелень, петрушка и укроп. Дальше мелко нарезаем чеснок. Теперь все перемешиваем. Режем лук. Теперь жарим лук. Жарим лук до золотистого цвета, потому что креветки готовятся очень быстро, примерно 300 секунд. Когда добавим креветки, больше лук не жарится. Когда вы жарите лук постоянно, надо мешать, потому что лук быстро изгорает. Сейчас жарим пасту, убираем лук одну сторону. Добавим пасту. Добавим немножко воды. Уменьшаем конфорку, но не сильно. Если у вас большой огонь, уменьшаем на среднюю. И добавим креветки. Перемешиваем, чтобы все креветки были в соусе.
как я сказал, примерно 30 секунд, может быть, немножко больше. Когда начинает кипеть, достаточно. Креветки немножко уменьшаются и белеют. Примерно 30 секунд. Видите, креветки уже начинают меняться структура и форма. Перекладываем креветку. Намажем батон наш ароматным маслом и обжариваем на сковородке. Обжарим и с другой стороны. Положим немножко зелень. Можно руккола, можно шпинат, какой у вас есть дома. Положим пару креветок. Если вы хотите, можно чуть-чуть соус еще. И сверху высыпаем немножко кунжут. Сейчас попробуем наше блюдо. Изумительно. Одно из самых вкусных блюд в мире, которое вы можете готовить дома. Очень яркий вкус, очень сочный. Обязательно готовьте это блюдо. Вы точно удивите всех.